Ковидные госпитали по всему краю переполнены, число заболевших не уменьшается. Чтобы обезопасить себя и своих близких, снизить риски тяжелого течения заболевания, сделайте прививку. Время сомнений в ее эффективности и безопасности уже прошло. Сейчас важно принять все возможные меры по профилактике заболевания коронавирусом. Самым доступным средством и является вакцинация. Прививка имеет вот на данном этапе очень большое значение для сохранения здоровья в первую очередь. Потому что вот вновь всплеск этого заболевания по России. Краснодарский край пока еще держится в нормальных цифрах. Но тем не менее, вот мы педагоги, мы ведь работаем не только с детьми, мы работаем с родителями. Я вот как депутат городского совета работаю и с избирателями. И вот это... прививка, которую я сделала в марте месяце, на мой взгляд, вот именно сохраняет на сегодняшний день мое здоровье. Почему? Да потому что самочувствие после прививки было прекрасное. Вот, ну, слегка были какие-то мелкие симптомы, которые я даже не обратила внимания. Я и работала в эти дни, и домой пришла, была очень-очень активна. И вот в эти дни я еще была на защите дипломов в филиале Кубанского университета. И я смотрю решительность педагогов университета вот именно с тем, чтобы сделать прививку. Потому что они говорят, да, мы теперь понимаем, насколько она важна, потому что вот последствий никаких, а уверенность, ну, почти, будем говорить, под 100%. Поэтому я считаю, уважаемые жители города Славянского, на Кубани, Славянского района, коллеги, педагоги, бояться прививки не надо. Понятно, что у каждого есть свои медотводы, у каждого есть свои особенности состояния здоровья, но это решает врач. Но бояться прививки не стоит. Так что прививаемся, мои дорогие.